Всем привет! Вы снова на канале Дэн ТВ. В сегодняшнем видео я покажу, как я буду делать из старых деревяшек ящик для мусора. Вот с балкона у меня осталась старая вагонка. Применить ее, в принципе, уже никуда не представляет возможности. Поэтому будем из вот такого материала, тоже бэушный материал, делать ящик. Выставил параллельный упор на нужный размер. И сейчас мы будем распускать этот брусок. Вот мы напилили бруски, два комплекта. Сейчас будем собирать верхнюю рамку и нижнюю рамку ящика. Сейчас я просверлю отверстие для крепления стоек в наших рамках. Самое главное здесь, так как я собирал тоже на саморезы, не попасть в этот шуруп. Ну, шансов, конечно, мало попасть, но вероятность есть небольшая. Вот мы закрепили на первой рамке стоечки, и у нас получился что-то похожее на столик. Из него можно будет в следующий раз по такой технологии сделать стол. Сейчас крепим вторую рамку. Пока я собираю предварительно на один саморез, потом я все прожму еще вторым саморезом каждое крепление. Дополнительно закрепил конструкцию саморезами не по одному, а по два. И вот эту вагоночку сейчас будем работать с этой вагонкой. Ну, вот так будем набивать весь ящик по периметру и делаем ему дно. Я не рассказал, для чего этот ящик нам нужен. Вот смотрите, на даче у меня мусор собирается в пакеты, и вот так он лежит, пока его не вывезу. Вот я именно для этого долго смотрел и решил вот собрать этот ящик. Стоять он будет, ну, возможно, здесь, может быть, в другом месте. Возможно, у него потом появятся колеса, но для начала вот здесь будет такой стоять ящик. И вот примерно эти пакеты будут убираться сюда и закрываться крышкой. Вот из такого листа, где-то 4 миллиметра, мы сделаем сюда донышко. Обрисовали, разметили вот здесь уголком, где будем выпиливать. Убираем, вот у нас получается. Сейчас выпиливаем лобзиком. Вот у нас получилось такое донышко. Пробуем его вставить. Все. Встало идеально. Сейчас мы будем прибивать донышко вот такими гвоздями.
Вот мой гвоздезабивной пистолет фирмы Матрикс, он нам сейчас поможет. Гвозди я уже зарядил, это запасная обойма. Выставляем донышко, компрессор тоже уже накачал. Вот, я усилил вот этим брусочком, тоже прострелял шпилькой. Далее будем обивать вагон. Детали для крышки. Крышка будет вот примерно вот так сделана, с небольшим напуском по трем сторонам, то есть она будет немножко свисать вот так вот. С одной стороны будут петли, а по трем сторонам свисать. Вот сюда приделал специально ручку, там два колеса, здесь две ножки. Это чтобы удобно было передвигать вот так вот.